Здравствуйте, дорогие узбекские друзья. Я представляю Омскую гуманитарную академию, являюсь ректором более 20 лет этого вуза. Меня зовут Александр Эммануилович Еремеев. Я являюсь доктором филологических наук, профессором. И хочу сказать несколько слов о взаимодействиях с вузами, о работе с определенными компаниями, которые работают в Узбекистане. В первую очередь я хочу сказать о компании «Азия Консалт», которая является давнишним партнером нашего вуза и компанией, которая никогда не подводила, которая вела набор и ведет по сегодняшний день набор абитуриентов в наш вуз. Мне хочется еще добавить, что компания «Азия Консалт» помогает в выборе специальности, в сборе документов и поступлении в вуз. «Азия Консалт» является нашим официальным партнером и представителем в Узбекистане. Мы полностью доверяем сотрудникам «Азия Консалт» и видим, что именно эта компания неравнодушна к судьбе каждого из студентов, поступивших с ее помощью в наш вуз. Мне также видится, что по окончании учебы «Азия Консалт» окажет поддержку в трудоустройстве в различные престижные организации в Узбекистане. Мне представляется, что поступая в наш вуз через консалтинговую компанию «Азия Консалт», конечно же, вы будете уверены в завтрашнем дне и получите престижное и очень качественное образование в нашем вузе. Я хочу пожелать успехов нашим узбекским друзьям и заверить в том, что наша совместная работа поможет достичь больших успехов в профессиональном росте узбекских граждан.